господа, мы приглашаем вас на финальный поединок чемпионата мира по глупости. В правом углу ринга Дмитрий Брикоткин. Дмитрий купил последний альбом «Ласкового мая» на лицензионном диске в электричке за 650 рублей. Yes. А в левом углу Сергей Нитиевский. Сергей считает, что Windows круче Pentium. Дмитрий, очень глупо выглядите. Очень хочется выиграть. Ну что ж, друзья. Итак, напоминаю. Победит тот, кто назовет самую большую глупость. Поехали. Ковыряться в носу. Ковыряться в носу ножом. Ковыряться ножом в чужом носу. В отпуск с тещей. В сауну с женой. Секс-символ команды КВН «Уральские пельмени». Как считают все женщины, кому за 40. Рогоносец. В смысле? Тупой рогоносец. Что ты сказал? Глухой тупой рогоносец. Брек, Брикоткин. Продолжаем. Автомобиль ВАЗ-2105. ВАЗ-2106. А ВАЗ весь ВАЗ. Постановка на учет в ГАИ. О, заполнение квитанции в сберкассе вручную. Еще раз, постановка на учет в ГАИ. А можно, все нормально. В СССР секса нет. Требуйте долива после отстоя пены. Че? Че? Это реально глупость, че? Ну, в СССР, понимаешь, вообще никакого пива не было. Это лозунг советских времен. И вообще не было никакого пива, кроме Жигулевского. Очереди по 300 человек стояли, понимаешь, в ларек, чтобы купить только, понимаешь? О каком доливе пи это самое, доливе, может идти речь вообще? Саша, вот скажи, твой папа требовал залива после отстой пены? Дим, я реально сдаюсь, признаю, что ты самый глупый человек. Нет, ну, ты тоже знаешь, не Спиноза. Ну брось, ну не скромничай, ну что ты, ну ты же вообще не отдупляешь, у тебя в башке сплошной маргарин. Да ну перестань, ну что, ну кто я и кто ты вообще, ну что ты? У меня хоть 5 классов образования. Тебя же из садика выгнали. Ты же вообще не... Дим, ну слушай, ну взгляни на себя реально. Ну ты же осел. Ну, у тебя глаза даже такие, как у осла. Ну. Не понял я сейчас. Ну ты удод. Дупло. Лупень. Продолжаем. Провести свадьбу в Макдональдсе. Купить ЖД-билет. Калининград, Владивосток. Плацкарт, боковушка возле туалета. Взять терц, кварт, аккорд седьмой степени, пятой октавы на барабане. Настелить полы на сырые лаги. Без пароизоляции, без анкеров. И чтобы доска не шпунтованная. Спорный. Подождите. Какой спорный? Вы что? Какой спорный? Это реально глупость. Вы что? Так что за судейство-то? Я не знаю вообще. Ну, девушка, ну подождите. Ну ладно, эти не отдупляют. Ну вы-то же разбираетесь в этом вопросе вообще. Да не смейтесь, я сейчас, понимаешь, с вами разговариваю. Настелить полы на сырые лаги. На сырые. Понимаешь, да? Ее поведет, во-первых, лагу, а во-вторых, она же сырая, понимаешь? Она сыра, она в любом случае, она просохнет, она сядет на чеплашках, будет ходить, понимаешь, бухтеть, да?
Да это ерунда вообще, понимаешь? Без пары изоляции, это же вообще глупость реальная, понимаешь? Она же сгниет все, понимаешь? Она сгниет однозначно. Хоть не септируй, понимаешь? Хоть не септируй. Вот даже вот этот, если взять септик, вот этот антисептик французский, вот этот. Вот подождите. Я серьезно говорю. Вот даже если французский дорогой септик взять по 350 за литр, и даже это ерунда, понимаешь? Без, и даже это ерунда, понимаешь? Доска не шпунтованная! Не шпунтованная, вот шпунтованная, знаешь, доска? Да, они пас гребень, да, они так защелкиваются, да? Ну, я понимаю, да, ты понимаешь. Вот, и все, и пол вот так вот друг друга зацепляют, они все лежат ровненько, да? А если доска не шпунтованная, все, торцы начнут относительно друг друга ходить, все, ее вертолетом поведет, и все, однозначно. А эти говорят, ну, какой спорный, вы что? Это реальная глупость вообще. Меня 10 лет назад за это с работы уволили. Вы что? Я что здесь-то оказался вообще? Я? Ты что, хочешь вернуться? Ну да. Подожди. То есть вот ты хочешь сказать, что вот сейчас в своем нынешнем положении, когда ты стоишь на этой сцене, тебя показывают на Первом канале, на тебя смотрит вся страна, болеет, переживает, ждет от тебя новых шуток, а ты хочешь класть полы на сухие лаги?